Здравствуйте, дорогие наши друзья. Вот показываю, как выглядит наша новая ясельная группа. 4 отважных ребенка, которые выдержали совершенно нечеловеческие испытания. 4 дня практически были без воды и без еды. Как они выжили в этом серванте, не знаю, даже не представляю. Большое спасибо еще раз всем, кто нам помогал спасти этих ребяток. Первые сутки у малышей были безумно трагические глаза. Прям несчастных взрослых мучеников. Ни на что хорошее они уже, конечно, в жизни не рассчитывали. Они просто умирали. Ну вот сейчас уже более-менее идут на поправку. То есть есть шанс, что у нас все будет хорошо. Вот единственное, у нас вот такая грустная девочка есть, которая вот все время спать хочет. Ей все время вот так вот не очень ей хорошо. Вот. Но надеемся, что и с ней поправим ситуацию. Вот один мальчик у нас прихрамывает на заднюю ножку, но тоже надеюсь, что это все-таки просто слабость от недостатка еды, от истощения. Вот. Но сейчас вроде как все более-менее, более уверенно он уже ходит. Но он был вообще самый-самый слабенький. Сейчас, можно сказать, прогресс, что он вот уже ходит поувереннее. За эти дни более-менее восстановился. Ну, а лазает вообще безупречно. Витаминки поедим, укольчики поделаем, если что. Так что это с этим мы справимся. У нас в наличии 2 мальчика и 2 девочки. Все-таки дети начали потихоньку играть. Это уже радует. Уже как-то двигается. Первые сутки просто пластом лежали, были еле-еле тепленькие. Вот сейчас уже большой прогресс по сравнению с первым днем. Им уже получше немножечко, поэтому есть шанс, что все будет хорошо.